Той ночью не было ничего, кроме усыпанного звездами неба, намекающего на то, что скоро произойдет что-то странное. Ничего не подозревающие маглы спали, когда из тьмы появился огромный мотоцикл с гигантским наездником. Этот гигант по имени Хагрид оставил колыбель, завернутую в простыню, у двери дома по адресу Привет Драйв 4. В колыбели был ребенок. Гарри Поттер. Мальчик, который жил. В течение 11 лет Гарри жил со своими приемными родителями, семьей Дурсли. Но однажды он получил письмо, в котором его приглашали посетить школу колдовства и магии Хогвартс. Хагрид доставил Гарри в аллею для покупки самых необходимых школьных принадлежностей. Вскоре после этого Гарри сел на экспресс Хогвартс, отправляющийся с платформы 9 и 3 четверти, и навеки оставил мир маглов. Гарри сел под шляпой, надеясь на то, что все-таки она распределит его в Гриффиндор. «Так ты не хочешь в Слизерин?» — сказала шляпа. «Ты можешь стать великим, все зависит от тебя, и Слизерин поможет тебе в этом!» «Нет, ну если ты не хочешь, тогда...» Гриффиндор! Добро пожаловать в школу колдовства и магии Хогвартс. Я Албус Дамблдор, твой наставник. Хогвартс таит множество секретов, Гарри, поэтому открывай все двери, но... запомни, тот, кто не хочет умереть страшной смертью, не должен ходить в коридор на третьем этаже. Плач, рев, трагедия. Какие прекрасные слова. Судя по этому шраму, наверное, ты Гарри Поттер. Я Фред Уизли, а это мой брат Джордж. О, привет, Гарри. У нас к тебе дело. В Хогвартсе есть много особых портретов. И за этими особыми портретами находятся призы. Разумеется, не все могут открыть портреты. Для этого надо знать пароль. И если ты принесешь нам все ароматные бобы, мы скажем тебе пароль. Мы будем в общем зале Гриффиндор, который находится за портретом Толстушки. До встречи, Гарри. Пароль? Капут Драконис. Если ты потеряешь силы, найди шоколадную жабу. Она восстановит твои силы. Проникновение в Бан Грингардс. По этому делу продолжается расследование. Говорят, что это работа черных магов.
Сегодня гоблины Грингарца заявили, что ничего украдено не было. Однако то, что находится... Выпив снадобья Вигенвилл, ты полностью восстановишь здоровье. Интересно, разве не так? Просим вас соблюдать чистоту. Эй, Гарри, помнишь меня? Я Рон Уизли. Этот Слизерин Драко Малфой побежал в эти двери, и у него под рукой была сова. По-моему, это твоя сова Хедвиг. Идем за ней. Ладно, Гарри, давай найдем Хедвиг. Так, да это же знаменитый Гарри Поттер. Я Драко Малфой, и ты должен уважать меня. Что же, ты ищешь свою сову? Тебе не надо было оставлять ее одну. Возвращайся к своей мамочке, Поттер. Ой, прости, у тебя же ее нет. Он вредный, не обращай на него внимания. Мы, Гриффиндоры, должны быть вместе. Гарри, иди за мной, чтобы... Пойдем. За мной. Для прыжка подойди к краю и нажми джойстик на своем контроллере вперед. Смотри, там есть еще одно перо. Я вернусь обратно и буду охранять вход. Привет, Гарри Поттер, меня зовут Безголовый Ник, и я привидение замка Гриффиндор. В этой комнате очень высокие потолки, тебе придется подняться наверх. Если хочешь посмотреть по сторонам, нажми кнопку. Если ты уже все сделал, снова нажми кнопку.
Из класса магических существ сбежало несколько улиток. Осторожно, они очень ядовитые. Нажми кнопку для вызова Флиппинда Джина из своего посоха. Это должно остановить ужасных улиток. И остерегайся ядовитых следов улиток. Ты можешь поворачивать камеру с помощью кнопок L2. Нажми кнопку, чтобы посмотреть по сторонам. Ты также можешь вызвать Флиппинда Джина из этого вида. Посмотрим, сможешь ли ты найти здесь Флиппинда. О, привет! Ты обратил внимание на то, что улитки стали светиться? На то, что светится, может повлиять Флиппинда Джин. Это блок Джин. Его может передвинуть твой заряженный Флиппинда Джин. Чтобы передвинуть блок, вызови Флиппиндо. Итак, ты уже здесь, а теперь посмотри на это. Чтобы передвинуть такой высокий блок, Джину необходим заряженный Флиппинда Джин. Чтобы вызвать заряженного Джина, удерживай кнопку, чтобы произнести заклинание и выпустить его. Флиппиндо! Flipping!
Я Невил Лонгботом, Малфой завел меня сюда, затем сбежал вместе с совой. Эти колдовские книги преграждают мне путь. Я потерял мой посох и не могу избавиться от этих книг с помощью Флиппиндо. Нажми кнопку P1, чтобы навести свой посох на летающие книги, и кнопку для заклинания. Рычаг находится где-то здесь. Вот, я нашел! Заряженный Флиппиндо Джин может помочь освободить Хедвиг. Нажимай кнопку для заклинания. Вижу, ты спас Хедвиг. Она хотела выйти, поэтому я открыл для нее двери. Это будет хорошим уроком для ма... Привет, я Невил. Я тоже учусь в Гриффиндоре. Гарри помог мне убежать от летающих книг. Рад тебя видеть, Невил. Пойдем. Все в порядке, идите вперед. Кажется, я потерял мою жабу Тревор. Ладно, Гарри, пойдем. Ух ты, Хедвиг принес тебе метлу! Я покажу тебе, где проходит урок полетов, пойдем! Эти двери ведут к уроку полета. Будь осторожен, Гарри, я слышал, что мадам Хуч слишком строгая. Я все еще жду свою метлу. Наш... Я мадам Хуч, учитель. Если ты выполнишь одно из следующих заданий, ты заработаешь бонус. Управляй своей метлой с помощью стрелок и нажимай кнопку, чтобы лететь вперед. Сначала пролети через все появляющиеся круги, начиная по моему сигналу. Молодец! Гриффиндор получает 5 очков. Следующее испытание будет сложнее, но в случае успеха ты получишь дополнительные очки. Пролети через все магические круги, помни, повороты нужно делать осторожно. Готов, Поттер? Тогда на мой счет. 3, 2, 1. Thank you.
Полагаю, у тебя есть врожденный талант к этому. Готов к сложному испытанию? За отличный результат ты получишь бонусные очки. Как и раньше, пролети через все магические круги, сосредоточься. На мой счет. 3... Молодец, Поттер, хороший результат. Еще 5 очков для Гриффиндора. Ты изучил основы управления метлой. А теперь иди. Привет, Гарри. Ты уже видел Гермиону? Она очень умная и любимица учителя. Нет. Привет, Гарри. Скоро начнется урок магии. Разве это не здорово? Она очень надоедливая, не правда ли? О нет, я забыл мою книгу заклинаний. Я догоню тебя, Гарри. Приди в класс магии до истечения времени. Отсчет начнется, когда ты пройдешь через летающие часы. Наверное, ты Гарри Поттер. Добро пожаловать, ты как раз вовремя. О, добро пожаловать, юные маги. Я профессор Флитвик, и сегодня я научу вас заклинанию «Вингардиум Левиоза». Следите за посохом и нажимайте на кнопку, куда он укажет. Чтобы изучить заклинание «Вингардиум Левиоза», повторите все по 3 раза. Теперь твоя очередь. Нажимай на кнопку на... Внимание! Попробуй еще. О боже. Хорошо. Прекрасно. О боже. О боже. Хорошо. Прекрасно. Отлично. Superb. Keep up now. It's going to get harder. О боже! О боже! Хорошо! Прекрасно! Отлично! Молодец! Ты изучил Вингардиум Левиоза! Поттер, Грейнджер и Уизли, пойдемте за мной, я покажу вам, как применяется Вингардиум Левиоза! А теперь слушай, объект, который можно околдовать, будет помечен желтой искоркой. Заколдованный объект может летать. Нажимай кнопку, если хочешь изменить высоту полета объекта.
Попробуй поднять песочные часы на пьедестал и открыть двери. Нажимай кнопку, чтобы отпустить объект. Вингардиум Левиоза! О, молодец! Гриффиндор получает 5 очков. Дорогой Гарри, давай встретимся в угодьях замка. Ты можешь попасть в угодья через передние двери замка. Заходи на чашечку чая, я хочу рассказать тебе что-то очень важное, твой друг Хагрид. Капут Драконис! Привет, Гарри! Тебе еще не удалось собрать все желтые ароматные бобы? Найди нам бобы, и мы скажем тебе пароль портрета старого богатого барона. Джордж и я оставили за этим портретом то, что может тебе еще пригодиться. А, это опять ты, Поттер. У меня есть для тебя особое задание. На внутренний двор улетели любимые мотыльки Хагрида. И если поспешишь, ты сможешь их... Итак, ты готов, Гарри? Концентрируйся, Гарри, и постарайся еще.
Капут Драконис! Ты нашел эти ароматные бобы Берки Ботта? Они желтые и имеют запах воска. Ну-ну, Поттер, мы снова встретились, прогуливаешься по замку? Дальше ты уже не пойдешь, тебе не пройти меня, и даже не пытай... Оказался в огромном страшном замке, о, наверное, сейчас Гарри заплачет. Вингардиум Левиоза! Вингардиум Левиоза! А! Пора начинать урок, Поттер! Я расскажу тебе о хлопушках магов! Ты не покинешь этот замок, пока я не отомщу тебе! Разберись с этим выскочкой. Теперь, Поттер, ты узнаешь, что такое мои хлопушки мага. Yeah.
Краб, идиот! Ты обязан меня защищать! Гойл, отправляйся туда! Теперь мы покажем ему, кто здесь настоящий маг. Будь ты проклят! В следующий раз тебе так не повезет! А пока песочные часы продолжают медленно заполняться. Равенклоу. Хафлпафф. Слизерин. Гриффиндор. Рот Гриффиндор лидирует по набранным очкам. Удастся ли Слизерину завоевать Кубок Родов в седьмой раз подряд? Привет, Гарри, это я, Хагрид. Рад тебя видеть. Это угодья замка Хогвартс, и я, конечно же, являюсь его хранителем. Ты должен сходить в класс изучения трав. Профессор Спраут уже ждет тебя в оранжерее. Заходи ко мне на чашечку чая. Я хотел бы тебя кое о чем спросить. Мой дом рядом. Гарри Поттер, добро пожаловать, ты как раз вовремя. Здравствуйте, я профессор Спрут. Давайте научимся вызывать заклинание Инсендио. Следите за движениями моего посоха и нажимайте на указываемые им символы. Чтобы изучить заклинание Инсендио, повторите все по три раза. Хорошо, теперь давайте начнем урок. Внимание! Плохо.
прекрасно. Попробуй. Прекрасно. Плохо. Прекрасно. Хорошо. Отлично. Великолепно. Попробуй это. Попробуй. Плохо. Прекрасно. Хорошо. О, боже. Хорошо. Отлично. Молодец! Ты изучил заклинание Инсендио. Теперь я научу применять заклинание Инсендио. Давай применим Инсендио, чтобы скачущая луковица завяла. Примени свой посох для скачущей луковицы у двери. Нажми правильный символ, и твое заклинание сможет оказать влияние на луковицу. Инсендио! Инсендио!